Что нам позволяет ароматерапия убрать? Убрать с вами стресс, да? Получить положительные эмоции. Положительные эмоции, наверное, главное, зачем приходят эти люди в Центр социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский». Теперь у них есть еще один повод собраться вместе – сеанс ароматерапии. В результате вдыхания ароматов этих эфирных масел, что мы с вами получаем? У нас возникает индивидуальный отклик нашего с вами организма на тот или иной запах. О механизмах работы ароматерапии рассказывает кандидат психологических наук Рошель Шарипова. Несмотря на то, что подобные сеансы являются частью альтернативной медицины, доказан положительный эффект от вдыхания эфирных масел. Ароматерапия оказывает благотворное влияние именно на психоэмоциональное состояние, особенно пожилого человека и вообще человека, так как мы пребываем очень часто в состоянии стресса, в состоянии непонимания ситуации, которые происходят или происходили. То есть ароматерапия является очень важной терапевтической процедурой. Это мнение разделяют и те, кто пришел на первый сеанс. Сегодня посетительницы вдыхали аромат лаванды. Он нормализует сердечный ритм и давление, выравнивает пульс. Впрочем, ароматерапия привлекательна и другими аспектами. Что такое для женщины запах? Что такое духи, запах и вообще любая вещь? То есть это уже оздоровление. Как только мы понюхали что-то привлекающее нас, то есть мы уже взбодрились и уже вспоминаем там про прочие, парикмахерскую и так далее, и все прочее. И забываем про возраст в это время. Медики рекомендуют проходить процедуру 2 раза в неделю. Средняя продолжительность сеанса – 20 минут. Максим Козлов, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ.